Здравствуйте. Как вас звать? Сергей. Сергей, расскажите, а жалобы у вас какие? Я ночами не спал. Значит, у меня были частые позывы мочеиспускания, которые я сам по неопытности тоже связывал с простатой. И когда обращаюсь к врачам, значит, мне назначали трехмесячные курсы лечения, четырехмесячные там и более. Но от этого толка никакого не было. Ну, где-то около 12 или 15 урологов я обходил. Все сводились к одному и то же, что хронический простатит, и что так как бы это должно быть. Но хотели помочь, но помощь не происходила. Потом я начал задавать вопросы в интернете, и как-то выскочило, что 10 первых причин ночного мочеиспускания – это ночное апноэ. Да. Апноэ. Я посмотрел в интернете, клиника в Боровихе, почитал, и сам тому не верил, когда ехал, я еще спрашивал по телефону медсестер, а правда ли вот мои симптомы, не приеду ли опять к пустому корыту. Они говорили, что 99% наш клиент. А вопрос такой, вы когда с урологами беседовали, вы говорили, что вы храпите, что у вас остановки дыхания во сне? Да. Не апноэ, а хотя бы на храп указание. На храп, и даже невропатологам я указывал, и терапевту указывал, значит, что происходит у меня ночью. Я рисовал картину, думал, может, они с этой картины что-нибудь спишут. То, что я храпел, уходила жена, не могла спать, я просыпался поперек кровати, не знаю почему, что я делал. Я мог проснуться, идти или в туалет, или с туалета. И, значит, одни говорили, что это приходящая шизофрения. И, анализов, в общем, предпочтение, ко всем болезням меня слоняли, но так ни одну из них не нашли. А подскажите, пожалуйста, вот урологи, то есть эти все урологи, там 12 урологов, вас как-то все-таки пытались полечить? Да. Лечения происходили, начинались сборы медикаментов. Ой, не сборы медикаментов, анализов. Значит, анализы начинались от 7 где-то тысяч все полностью. И потом ведро таблеток, порядка 10, 15, 20 тысяч. Потом уже у меня организм их не принимал, я им кричал, мне ничего не помогает. А теперь еще, говорит, рано. Говорит, должно быть. Ну, а мочеиспускание все равно было. Да, все равно. Я хотел помочь урологу и сказал, прочитайте, что такое апноэ сна. Значит, он с удивлением сказал, что это не имеет никакого отношения. Попросил сбросить мне по электронке или же по вайберу, на что я основываюсь, сайт. Когда я ему перезвонил на другой день, он сказал, да, говорит, он и читал на урологическом сайте, что, говорит, возможно, это будет влиять. То есть получается, что вы ему давали информацию, чтобы он с ней ознакомился. Да, я ему давал. И точно так же давал информацию в лор-отделении у себя в больнице. Когда я уже сам выяснил, что, глядя на всю документацию, которую я прочитал по Боровихе и по их видеороликам, один в один получилось, что заболевание это мое. Тем более, когда уже на последних днях отъезда, разговаривая с товарищем, он мне говорит, Димка, говорит, был, наш общий знакомый, был в Боровихе. Говорит, ему помогли. И когда я ему позвонил, он подтвердил 100% мои, все мои диагнозы, которые у меня, своими, подтвердил. Сказал, что провел там 2 дня в Боровихе после лечения аппаратом. Говорит, хотел, бежать домой, пешком. Говорит, узнал он тоже на протяжении 3 или 4 лет. Его жена занималась, как он тоже с коммерсантом, занималась там найти причину болезни. У нас не могли определить. И когда они мне сказали, что они были в Кисловодске, в санатории,
в разговоре, что муж не высыпается, что постоянно встает в туалет, он ему сказал, что едьте, говорит, в Москву, едьте в Барвиху, это, говорит, ваша, говорит, болезнь. А вот мы вас, собственно, сегодня ночью продиагностировали. У вас действительно тяжелая степень синдрома обструктивного апноэ сна. И мы в эту же ночь начали вас лечить. То есть разделенная ночь такая была. Часть была диагностики, часть лечения. Вот ваши первые впечатления о том, как вы поспали эту ночь с аппаратом. Ну, во-первых, с аппаратом я проснулся первый раз за, ну, если точно сказать, ну, за 4 года это точно. Я проснулся один раз, и то это была не ночь, а это было утро, 6:30 утра. В туалет сходить? Да. Да. То есть мы в первую же ночь, получается, устранили учащенное мочеиспускание? Да. Угу. Ну, а здесь получилось, что с первого раза попадание в точку. И даже вчера, когда я приехал, начал спрашивать медсестры, она с переживанием тоже говорила, что не беспокойтесь по вашему разговору, вы приехали туда, куда, говорит, вам нужно. А вот вы еще говорили, что сонливость дневная беспокоила. Вот насколько она сильной была, дневная сонливость? О, ну, насколько сильно была, значит, я как руководитель, я мог сесть, ну, у нас кухня на работе, и я мог попить кофе, и после чашки кофе я мог, сидя, заснуть. И моя подчиненная будила меня, говорила: Сергей Тихонович, лежите, вы спать. Ну, то есть дневная сонливость, которая, да, в общем, мешала жить уже была. Мешала жить, значит, смотрите, дневная сонливость, что еще происходило в последнее время, но это не сразу все ударило, а как-то, ну, может, болезнь начинала прогрессировать больше, больше, больше. А раньше я свободный, ну как, проезжал на машине за один присест, не ночуя, 1000-1500 километров. Ездили отдыхать там, на лыжах кататься. А теперь это пришло к 60-100 километрам. Я больше 100 километров сам проехать не могу, засыпаю. Вот мы выехали с женой в Москву на машине. Меня хватило на где-то 70 километров. Она села за руль и поехала. И уже я проснулся. В общем, до самой Москвы я спал. Проснулся перед Москвой где-то 50 километров. Вот этот участок я проехал до Москвы. И все. Ну, кстати, между прочим, я думаю, что уже даже после этой ночи, вот вы сейчас обратно поедете, вы уже увидите, что гораздо меньше будет хотеться спать. Потому что, ну, некий положительный момент от лечения, что чем тяжелее исходная ситуация, тем лучший эффект мы получаем. Потому что если мы за ночь устраняем там 50 остановок за всю ночь, то человек говорит: а я и так неплохо сплю. А если мы устраняем 500 остановок за ночь, человек говорит: вот это гораздо лучше выспался, пришел в себя и бодрый, активный, работоспособный. То есть качество вашей жизни, я думаю, существенно улучшится. Но мы будем продолжать вас наблюдать. Но я думаю, наши доктора вам еще объяснят, как у нас будет сопровождение. У нас есть некий процесс сопровождения. Его можно дистанционно, между прочим, проводить и прямо пересылать данные. Мы будем видеть, как вы лечитесь. Но качество жизни, я думаю, существенно улучшится. Такой вопрос еще, вот, наверное, к людям, которые, даже почитав, что такое апноэ, но они же видят, что аппарат, да, вот аппарат, которым нужно лечиться, и у них возникает иногда ощущение, что «а как же я буду с этим спать?». Вот я бы так сформулировал вопрос. Представьте, вот все те жалобы, которые у вас были до того, да, сонливость, усталость, разбитость, учащенное мочеиспускание, стоит ли применять аппарат, чтобы всего этого не было? Ну, знаете как, скажу однозначно, стоит. Пока я видел результат всего лишь одной ночи, но я на его услышал слова моего знакомого, как он с восхищением говорил, что аппарат покупать и этот стоит. И когда он мне все рассказывал, я ему просто, ну, попросил у него: Дим, дай, говорю, на ночь подышать. Вот интересно, когда врач порой говорит, пациент не верит, а когда сосед по лестничной клетке, вот это вот, знаете, такая очень хорошая мотивация. Но должно быть закрепление плоды врача, должны быть закрепление, ну, результатом, которые могут донести, значит, то, что было и то, что будет. И однозначно, если, ну, рассказать
какое было у меня состояние. Вот я пробовал как экспериментатор, я думаю, может быть, я не досыпаю, может, я устал. Я пробовал спать, не поднимаясь, 2 суток, 3 суток. Но это не приносило облегчения, а втягивало еще в более какую-то большую кому спать. Так, а дело в том, что чем больше вы спите, тем дольше вы не дышите. А чем дольше вы не дышите, тем меньше кислорода, тем мозг голодает от недостатка кислорода, тем ему хуже. То есть тут парадокс, что переспать, можно тоже получить какие-то осложнения от того, что переспал, а то, что кислорода не хватает. Ну, что могу еще сказать, как вот, ощущение тела своего я стал утром чувствовать по-другому. Но это не передать никому. Ну, просто у меня были друзья, как они заставляли меня за движением следить свое тело, что происходит. На иглоукалыванием я там занимался, и после каждого укола, ну, даже друг у меня, он не мог мне поставить диагноз. Он тоже попал в ряд. Он закончил 6 степеней суджока, иглоукалыванием, и он попал тоже в ряд этих урологов, и тоже мне постоянно ставил иголки почки, простата. Мне это не помогало, но наяву я видел его, помощь по сердцу, по всему остальному. Это то, что были когда инфаркты, там или еще что-то, и матушке ставил, и другим помогал. Угу. А здесь у него не было толка. Ну, здесь другая причина была, нужно было воздействовать на причину, и тогда мы получили результат. Да, самое главное, как говорили китайцы, это найти диагноз от чего. Не то, что болит, а что этому предшествует. Ну что ж, хорошо. Хорошо, что вы к нам попали до развития каких-то серьезных осложнений. Я думаю, что качество жизни мы улучшим, прогноз жизни мы улучшим. И, может быть, через некоторое время встретимся, и вы нам расскажете не по одной ночи, а там по нескольким месяцам или неделям, или годам лечения, как вы себя чувствуете. Спасибо большое. Спасибо и вам.